Мы находимся в актовом зале гимназии города Петрикова. Именно здесь с минуты на минуту стартует районный отбор участников конкурса «Юная телезвезда». И кто-то из юных петриковчан отправится в Гомель покорять областной центр. Спросите меня, где здесь девочка? Вот она. Это была очень маленькая девочка с огромным букетом цветов. И, естественно, как и каждая девочка, она мечтала принца на белом коне. Вы спросите, где здесь конь? Так он же белый. Это глаза. Во время конкурса волнуются не только участники, но и болельщики. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Анастасия. Кого вы пришли поддержать? Нашу подругу и одноклассницу Александру Песку. Как вы считаете, какие есть сильные стороны Александры, которые могут помочь ей победить? Во-первых, она очень умная, красивая, веселая. Она великолепно танцует. У нее много увлечений. Она самая лучшая. Скажите, есть какой-то лозунг, слоган, которым вы могли бы поддержать свою подругу? Сашка, вперед! Спасибо. Находимся за кулисами конкурса «Юная телезвезда». Сейчас в самом разгаре отборочный тур. Ну, а мы пока побеседуем с конкурсанткой, которая уже успела поразить жюри и зрителей своим выступлением. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Пескун Александра. Александра, откуда вы? Я с Петрикова, с первой школы. Александра, только что вы представили танец. Скажите, пожалуйста, а что вы хотели сказать этой танцевальной композиции? Какую мысль донести? Я станцевала этот танец с Мишей, чтобы показать любовь. Но это еще не вся информация о нашей конкурсантке. Из надежных секретных источников мы узнали, что Александры сегодня день рождения. Сашенька, с днем рождения вас! Поздравляем и желаем успехов! Спасибо! Спасибо и вам, а мы продолжаем. Я жизнерадостная и целеустремленная. Хочу себе открыть новые способности и найти их верное применение. Над мокрым желтопесом у красавицки день живой весны. Свою молитву шепчучи небесам, порыв на звон козне слезены. Наш конкурс продолжается. Участники пытаются всеми способами, песнями, танцами, декламацией удивить многоуважаемое жюри. Ну, а мы пока побеседуем с представителями организаторов, а именно с Надеждой Леонидовной Слободенюк, директором Центра творчества детей и молодежи города Петрикова. Надежда Леонидовна, как общественность города восприняла конкурс, проходящий в стенах этой гимназии? Ну, вы знаете, с большим интересом. Вы видите полный зал людей, полно родителей. Дети готовились очень усиленно. Дано было достаточно много времени. Поэтому с большим интересом. Вы видите, это по полному залу понятно. И вот подходит к концу отборочный этап конкурса «Юная телезвезда» в городе Петрикове. И скоро четверо уроженцев этого края под белыми крыльями окажутся среди финалистов.